Я вас приветствую, друзья, с вами Блиар, ну что ж, вновь на ваших экранах Топ Реплей, и перед вами будут два игрока, которые, в принципе, уже известны всему сообществу, да, ну, по крайней мере, тем, кто постоянно играет сейчас с генералов, это Бойко, Запеха и Фарго, который сыграет за Ванильную Юсу. Честно говоря, даже не могу предположить, кто из них победит, потому что игроки реально просто равного скилла, но вот именно по рандому, как по мне, все же у Пеха есть некое преимущество. Но посмотрим, друзья. Что ж, со старта пошел Фаргу 2 сапа. Скорее всего, завод казарма. Что у нас от Бойки? Бойка, скорее всего, тоже в 2 сапа. Кстати, военный завод, ничего не выдумывать, никаких хеликсов нету с аэродромом, да? Да, в принципе, стандарт. И пошел разбег миниганеру. Неужели сразу на вышке решил Бойки, или просто забрать вот такие построечки, да, домики. Да, сразу завод казарма. Все, в принципе, стандартно от Фарго, ничего не выдумывает. Также, в принципе, ничего не выдумывает Бойко. Но вот сейчас должен, по всей видимости, выйти первый аванпост. Да, от Пеха, в принципе, по домикам рассадка со старта. Очень стандартная игра со старта. И, в принципе, многообещающий. Никто ничего не выдумывает. Значит, быстрых у нас не будет. Так сказать, разгромов, да. Потому что бывает, когда один игрок что-нибудь выдумает, и там как бы уже 50 на 50. Либо это получается, либо это со страданиями просто уходит. Что ж, выходит первый аванпост. Да, миниганер именно в домик. Нет, наверное, даже сюда забежит, он же может по воздуху пулять. Да, чинуки может состригать. Ну и пошел первый хаммер, друзья, по левому флангу. Сразу бункер от Бойки. Правда, он пустой, но уже с минками. И аванпост, смотрите, данный хаммер. Хаммер пустой. Да, просто разведка в центре, тоже Фаргу напоролся. Но я вам скажу, что хороший старт от Бойки. Вот прям четко задефил позиции как надо. Лево просто так не дал. И здесь хаммер будет теряться. Кстати, один ракетчик там сидел. Да, не очень удачно Фаргу играет. Бойко хорошо очень забрал постройки. И для Фаргу это проблема. Пошел по чинукам бить, но хаммер уже подъезжает. Наверное, даже, знаете, это спасло Фаргу, что он быстро пошел в завод, в казарму, в быстрый спам хамми, потому что обычно, когда у Юса первый, например, фулл хамми теряется, то там уже большие проблемы. Но фулл хамми от Фаргу не было. Просто хамми-ракетчик, да. И тем самым, в принципе, не так все опасно получается. Ух ты! Минус был! Аванпост. В упор, что ли, хаммер подъехал? Так точно. Хаммер подъехал в упор. Но много ракетчиков с миниганером бегут назад, скорее всего, в новый аванпост сажаться. Так, и центр пропаганды, да, от китайца. Посмотрите, быстро достаточно Бойко решил уйти в ЕЦМочки, да в Черного Лотоса. Но вышки на карте есть, конечно же, нужно их захватывать. Так. Ага, неужели хотел Фаргу здесь в домик залезть? Ну тут Бойко, скорее всего, сядет сейчас в домик, да? То есть, знаете, вот именно по карте вот Пех может брать даже обе стороны. То есть, саплай, то есть Юси в этом плане сложнее. Отстраивается еще одна казарма. Это значит, что, скорее всего, учатся флешки. Или будут учиться флешки. Чтоб не тормозить производство, да? Пехоты. Строится дополнительная казарма. И пошли уже защитные пушки, да, фаербейса. Так, хорошо. Минус. Целый аванпост получился. Да, справился. Пушки-то уже есть. Казарма с левого фланга ставится. Аккуратничать начали игроки, аккуратничать. Вроде со старта такой всплыл, да, тут Фаргу пару юнитов потерял, было не очень приятно. Но вы посмотрите, какой уже спам от Бойки. Пех-то пошел. У Пеха есть ЕЦМ-ки, это усложняет ситуацию для Юса. Но Хамви очень много успел наспамить Фаргу, плюс уже есть флешки. Так, интересно, сейчас бы замес в центре, но вот Бойко может уже перейти в третий саплай. Два полных аванпоста. Минус один хамви есть. ЕЦМ-ка, конечно же, будет спасать. Минус еще один хамви. Как на изи улетают хамви, да. Вот вам и ранее центр пропаганды. Лазерлок даже попасть толком не может. Надо высаживать пехоту. Да, она высаживается и пошел замес. Есть флешки. Есть рейнджеры. Много хамви теряется. Минус все-таки два поста. И, в общем-то, отбивается. Отбивается Фаргу с проблемами. Теряет много, но отбивается. Такой спам был огромный у Юсы. И слился на двух аванпостах и одной ЕЦМ-ке. Да. И сразу, опять же, защитные пушки ставит Фаргу. Треть саплай уже у китайца. Можно попробовать и в четвертый пойти.
Но Эрфилд. Ну, кстати, если будет Миги с Напалмом, то у Фарго в два раза хуже станут проблемы. Да уж. Ну, как я и предполагал, а, в принципе, должен китаец быть в преимуществе на этой карте, да и вообще, да, по балансу. Пока так и происходит. Пока так и происходит при равном скилле. Ай-яй-яй. Нет, выживает. Тут все-таки рейнджер отрабатывает. Ну, уже вышка занята, значит, лотос где-то бегает. А где лотос? Я ее не заметил. А, вот, лотос уже вторую вышку заняла. Да, ну, посмотрите, у пеха все. Хорошее преимущество по деньгам. Три сапплая, две вышки, вы только представьте. Так, ну не убивает вышку Фарго. Неужели хочет перехватить? Здесь уже пошло еще два аванпоста с ЕЦМ-кой. Не так все просто. Да, есть перехват. Выучил захват Фарго. Но. Встал, встал Бойко, встал Бойко. Не контрит свои юниты. Можно отменить захват. Нужно отменять захват. Бойко выбирает Хамви. Ну, минус 2 Хамви сделал. Вышку, ну, просто можно забирать. Или Лотос отработает. В принципе, Бойко сыграл более аккуратнее, да. Высаживать надо, ребят. Так, уже есть филд. Два Хеликса в воздухе. Да, у Юсы большие проблемы, но отстраивает стратегический центр. Работает Лотос. Вышка назад забралась. Опять очень много хаммеров потеряно на карте. Так, минус все-таки добивает Фаргу эту вышку. Да, у Юсы проблемы большие. Посмотрите, сколько много пехоты. Сейчас еще и третий, небось, Хеликс вылетит. Но есть все. Стратегический центр, Search and Destroy. Дальность стрельбы у ракетчиков увеличивается. Так, Лотос в наглую пошла дальше. Здесь радаров никаких нету. Дронов нету. Нет, назад. Не рискует пока Бойко окончательно вперед. Пока Бойко готовится Бойко атаку. Потому что готовятся Хеликсы. О них Фарго знает. Между прочим, Фарго всю карту открыл, да. Знает, чего ждать. И много Хамви, плюс пошли Мстители. Так, точно. Четыре Хеликса. Ну, Бойко прям вложился в воздух. Но, увы, Фарго обо всем знает. Увы, конечно, от Бойки, так что Фарго будет готовиться к этой атаке воздушной. Не знаю, но если, конечно, будет микс воздух плюс земля, то ситуация будет совсем другая. Так, у Юса совсем база, конечно, не такая, как у китайца. У китайца денег намного больше. Ну как намного, уже на один саплай, потому что здесь вышка тоже уничтожилась. Выдержит пока, молодец. Фарго. Так, и пошел в бой китаец. Ну что ж, неужели будет борьба за право со планет? В центр пошел. И пачка Хамви пошла тоже в центр вместе с Мстителями. Также есть разведдроны, да, чтобы лотоса не пропускать. Отступает, немножко отгоняет все-таки Бойко. Ах, справа был минус. Но пошла пачка 4 Хеликсов. Так, просто будет не залететь. Хотя пока не двигается Юса никак. Ну что ж, минус должен быть один фаербейс. Или нет? Да, минус есть. Ну, может, домик тоже делает минус. Так, точно, пока неплохо. Но один Хеликс минус все-таки. Хаммеры очень быстрые. И можно еще Хеликс добирать. И пошел по центру Бойко. Посмотрите, тут всего лишь один аванпост. Как-то мало уж совсем. Так, выживают Хеликсы. На базе есть чем отбиваться китайцу. Так. Ну, как тут пытается экономично играть все-таки Фарго. Меньше терять юнитов, да? Ну, хорошо, хорошо. Один Хеликс добрал. И вы посмотрите, у Бойки-то проблемы. У Бойки проблемы, потому что Юса прошла на базу. Но есть повышение. Пошли ковровки. Правда, не знаю, может сюда стоило. Хотя здесь есть аванпосты. Может справиться. Да, пошла ковровая бомбардировка от китайца. Отстраивает Ванила Юса свой командный центр. Неужели по войскам? Ой-ой-ой-ой, как пропустил Фарго, боже. Какие потери, хоть и не все бомбы долетели, так как был сбит самолет. Но все же, сколько Хамви потеряно. Не доконтролил Фарго. В то время Бойко на своей базе отбивается. Хеликс отрабатывает, один был минус. Но все же китаец остается преимущество. Да, нельзя в таком положении, конечно, китайцу давать
Такие штуки. Плюс ранг еще набил бойко. Да. И поменял стратегию. Фарго. Держать строй. Оборону. На усиление, да, брони зданий. Взял стратегию Фарго. Был хороший арт-удар. Опять же минуса Мстители. Да, бойко, конечно, своим повышением пользы. Просто как надо. Какие точечные удары по юнитам. Как так Фарго не контрит? База совсем голая. Остался всего лишь один ресурсник. И нет никаких Мстителей. И 4 Хаммера с миничкой пошли в бой. Ну, можно здесь попробовать коробочки Юси подобывать. Чё ж стоят-то просто так, чинуки. Новая пачка готовится. У бойки будут уже Инферно. Хорошо. А10 по филду. Филд выживает. Добить нечем. Нужно чинить. У бойки тоже остался один суплай. Нет, можно сказать два, но здесь уже вырубилось. И я вам скажу, что китаец за это время ни в какую вторичную экономику не пошел. А это плохо, потому что Юса пошла во второй саб, можно так сказать. И я вам скажу, что сейчас Фарго может в экономике получить преимущество. Как-то бойко здесь просчитался. Было у него экономическое преимущество, было у него по юнитам преимущество, но как-то не воспользовал все эти моменты. И сейчас могут быть проблемы. Но войска, в принципе, есть. Плюс действует, посмотрите, все-таки, да? Гаубицы. Так, ну, пришла Лотос. Будет забираться. Да, денежки ворует, молодец. Бойко сколько сворует, интересно. Минус косарь есть. Хорошо, но она может так постоянно деньги сеть и воровать. А вот так-то. Ох ты, Инферно как разжигают, посмотрите. Еще напалм был бы у китайца. Можно было бы и мигами действовать. Но мигов мы так и не увидели, пока только Хеликса. Не знаю, как мне кажется, все-таки лучше бойка... Лучше для бойки было бы, конечно, не в такую пачку Хеликса, потому что, ну, бесполезно получилось практически. Все-таки 4 мига с напалмом и вот такую пачку можно было сжигать разом, да, в хамве. Ну вот как-то бойки избрал другую стратегию. Минус была черная лотос. Вроде пытается Фарго атаковать, но пока. Так, опять пошло повышение, ковровка. Сбивать, хорошо перехватывают. Хорошо, отлично, я бы сказал. Но! А так опять, знаете, неполноценно опять ударилось. Молодец, Фарго, хорошо очень перехватывают. И есть напалм, дорогие друзья, есть напалм. Так, отстраивается пушка. Нужно ее сразу ликвидировать. Ну, теперь-то можно и в миги пойти, раз есть напалм. Опять же, меняется стратегия. Так, минус. Уже из центра таскает бойка денежку. Еще один Хеликс есть на карте живой. Так, это что, мины? Потому что, мне кажется, 5-го ранга-то еще нету у бойки. Да, это мины. Центр прямо. Но Фарго попер неудачно. 3 бункера. Хорошо. От бойки. Минус хаммер. Справа не дадут пушку. Опять, мне кажется, что у бойки есть некое преимущество. Очень уж хорошо играет. Слева хорошая оборона. Справа пошел наступать. Войска далеко у Юсы. И придется Юсе терять на ради саплай. Чинуки в расход пошли. Нет, один выживает. Да, минус саплай. Можно самому дозер сюда подводить. Да, хорошо, бойка. Ой-ой-ой-ой-ой! Как свои хаммеры Фарго теряет, боже! Потрясающие мины, посмотрите! Минус 4 хамви и медички. Да, Фарго наполучал. Спамит, конечно, на своей базе, но... Фарго ставит маяк. Боже, как это получилось, и Хеликс отрабатывает. Красиво бойка играет. Ну и такое ощущение, что Фарго сам просто стирает свои шансы на эту игру, потому что так ошибаться, блин... Как хорошо начал, да. Ну, хотя не очень был хороший старт, затем исправился. И сейчас как-то Фаргуш... Ай-яй-яй-яй-яй, такие сливы. Ну, пошел в центр добывать. Окей, пока не сдается. А, новая пачка хамви скопилась. Есть, кстати, снайпера. Для Юса это хорошо. Но добывать денежки уже не дадут. Бойк отстроил справа суплай. Опять же, у китайца преимущество должно быть в деньгах. Так, основной выработался. Хотя вот с центра и Фаргу таскает деньги. То есть примерно равно сейчас будет по экономике. Да, здесь уже бункерит с Китая. Что у нас по коробкам-то здесь осталось? 3200 и 2600. Ну, 5к, в общем. Ой, как хорошо юзал свои повышения! Боже! Фарго! Как вроде хорошо заюзал бойка, да, свои мины? И какая ударила А10 прекрасно. 5 ковровка пошла.
Ее уже не прерывают. И минус стратегический центр. Да, вот это размен повышениями. Это просто мастерски. Красиво. Черноволта слева подкралась. Красиво, дорогие друзья. Вот что значит, когда играет два профессионала своего дела. Размены просто обоюдные. Что ж, еще пошел арт-удар куда? Неужели по казарме? Ну, отводятся войска в тот раз. Эх, куда это было? А, тут два хаммера стояло. Хотел очистить путь для лотоса, так и сделал. Но пошел в центр. В центре опять же есть мины. Нельзя рисковать. В прошлый раз Фаргу потерял свои войска здесь. Уже через контр начинают бить те мины. Но лотос начнет сейчас работать. Можно попробовать добраться к командному центру. Так, посмотрите. Пошел вперед у нас Юса. Не побоялся в этот раз Фаргу. Перестал осторожничать. И пошел вперед. Что ж, а убойки-то войск я и не вижу. Боже, как так? Ай-яй-яй-яй, но действует лотос. Минус командный центр, прилетает Хеликс. Посмотрите, добить командник. Завод забрали. Ой-ой-ой-ой-ой, какие проблемы на базе у Фарго. Командный центр забрали, да. Твою мать, что происходит? Казарма забирается. Проблемы также у Бойки, вот эта игра. Выходят уже хаммеры от Бойки. Высаживается пехота, не рискует. Да, хамми пошли назад. Ну так, разделил наполовину. Знаете, Фаргу не стал прям всех возвращать. Но здесь пехота есть. Но также есть и рейнджеры. Красиво, красиво сыграл Бойко. Молодец, такая ответочка получилась. Да, вот на эту атаку. Очень красиво. Интересно. Минус еще завод. Отстраивается Фаргу командный центр заново. Дозер есть. Да уж, вот у Бойки что? У Бойки командного центра пока нету. Завод отстраивает. А, так у него есть командник. Что я говорю? Нет, вот командник. Как это так нету? Опять мины, что летели? Да, опять мины и теряется один хаммер. Ах, промазал ковровкой. Китаец, боже. Какой финал этой игры. Красочно все, очень красочно. И сброс... Ой, как замечательно! Отрубаются три хаммеры. И просто идеально Бойко действует своей пехотой. Сброс десанта, да. Выживает командный центр. Но есть еще хамви. Ну и бой. Так. Отменяется бой кисоплан, здесь уже все выработано. Прячется дозер за бункер. База каленая. База каленая, но есть еще слева, так, знаете, мини-база. Но также база каленая и у Юсы. Денег нету, ни там, ни там. 900 баксов. У Бойки тоже 950. Но, скорее всего, будет сейчас минусоваться команда центра. Повышение вроде бы Бойко все свои выкинул. А надо было пехоту не заводить. Зачем в бункер ее посадил? Распродается, не успеет, надо. Продаться командный центр или успеет? Успел, успел, благополучно Бойко успел. Есть дозер, можно сюда командник ставить. Тут под прикрытием уже авант поставить ЦМки. Но как раз таки хаммер пошли на правый фланг. Так, нужно защищать главный дозер последний. Китайцу. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть ЕЦМ, защищает. Ну, дозер сейчас прям под хаммер может выйти. Тоже будет неприятно. Да, Фарго, конечно, молодец. Какой бой звонил Юсу. Ну, куда ж ты пошел-то, Бойко? Зачем? Зачем последним дозером так рисковать? Боже мой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, дорогие друзья. Минус ласт дозер, отменяется командный центр. Что у Бойки остается? А ни хрена у него не остается. Недобитая пропаганда, завод... Да, и последние два юнита. Боже, просто красивое исполнение от Фарго. Но я не знаю, что сейчас Бойку спасет. Ага, ага, вот оно что. Последняя надежда. Из бункеров выселилась вся пехота. И в поддержку с лотосом пошли в атаку. Ну что, вот, 4 здания есть у Юса. Но есть еще и повышение. Так, минус военный завод был. Последнее здание, дорогие друзья, осталось у Бойки, да? Да, сдается. Точнее... Терпит поражение у нас Китаец. Ну что ж, дорогие друзья, как по мне, просто блестяще получилась игра.
как все красиво, непредсказуемо. Какие выбросы были повышений, туда-сюда, та минуса. Ставьте лайкусик, друзья. Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. Конечно, подписывайтесь в группу ВКонтакте. И не забывайте вступать в Дискорд-канал. А я с вами не прощаюсь.